тематика была иная. А еще шуршат соседи за стеной. Почти 11 ночи. Тишина, соседи нет, не слышали. И притом, насколько мне известно, со всех сторон, по-моему, как минимум по мелкому ребенку. Но у некоторых даже вообще такой совсем мелкий ребенок. Хоть я уже поняла, как рисовать аниме. Благодаря проекту. Шло пока до головы в крупном.
Всем краски буду. Оно. Ой, и тут краски буду. Ладно. В этих штанах я отходила в этом году. Так что можно об них. О, у меня же есть анорак. Можно об него снова вытирать руки. Встречаюсь с одним.
короче, я ее заинтересовала. Но она у меня лежит там, где... Короче, я рисую тенями. И тушью одно время рисовала, которые люди глаза красят. Слушайте, так круто. Есть кто там на том конце провода? Ну, в смысле, когда вы уже это смонтируется, будете смотреть. Хотя у меня ролик по озону я сегодня планировала, но из-за того, что меня три ночи мучили комары, я сегодня не спавшая была. И боролась со сном. В общем, еще все эти дела были такие. Вообще, из-за того, что там три недели сонная ходила, и большую часть не спала, большую часть вот такой вся. У меня куча дел накопилось, и вот я путь нарешаю, но и еще мне периодически коту и приспичивает. Мозги такие расслабляю. Потому что совсем ничего не делать для меня. Это стрёмно, странно вообще как-то. Я очень давно отвыкла совсем ничего не делать. Хотя надо иногда вот просто полежать, да может книжку почитать. Короче, я сегодня не осилила этот монтаж даже. Думала посмотреть аниме, но внезапно меня торкнуло порисовать. Вот что из этого вышло. Сижу и рисую. Я даже ноут, в смысле компьютер, поставила на спящий режим, потому что мне кажется, что вот он шумит, и всем это слышно. На самом деле это очень тихо. Камеру его даже, скорее всего, бы не уловила, но подстраховаться надо. Я там какое-то новое, если себе аниме решил посмотреть, но последнее аниме, которое я смотрю долго, и серию у меня, допустим, в закладках или просто методом тыка берусь, и получается, что, ну, допустим, Линия Дьявола и Оккультная школа. Не помню точно название, может быть, Оккультная школа так и есть. Оно не оправдывает себя, начинается вроде как затравие, а потом скатывается в какую-то полную лажу. Я тут даже достала карандашки акварельные, которые сейчас уже пакетики без коробочки, ибо она порвалась. Я их в деревне брала, но в итоге вот. Я еще подумала ими порисовать, потом растушевку сделать кисточкой. Но так как идеи в голове совершенно нет вообще. Вот что я вспомнила, почему к этому все пришло. Я тут думала сделать набросок. И решила, что лучше сделать набросок карандаша вот на этой тетрадочке, чтобы потом по наброску уже рисовать вам это АСМР, которое я задумывала. С человеком ведь сзади в наушниках. Ну, которые, типа, как это, как ушки. Я так поняла, что сейчас даже в Фикспрайсе появляются эти ушки. Те самые ушки, которые мне Настя Зарецкая в какой-то посылке или поменяшке задарила. Очень удобно я в них хожу. Спасибо, Настя. Не знаю, она, наверное, меня уже 100 лет как не смотрит. Уже, по-моему, она как вышла замуж, так она канал забросила. По крайней мере, видео у нее давно не было. А если вдруг смотрит, то привет тебе, Настя. Твои наушнички от Oriflame очень классные. Правда, я сейчас уже хожу несколько дней, как у жабочки осенней. Я вообще-то немного, по-моему, времени на камере было. В принципе, при желании я могу там какой-то ролик, я вроде смонтировала, удалить из камеры. Будет немножко места свободного и... продолжить писать. А вот картинку, что ли, в следующий раз какую-нибудь поставить перед глазами, чтобы с ним рисовать там натюрморт хоть какой-нибудь. Потому что морды лица вот мне надо, наверное, кого-то конкретного рисовать. По фотке там, по памяти. Мне сегодня наконец-то впустили святая святых.
красных, и мне типа на сезон, потому ни хрена нету. Но я все типа смотрела, даже 10 лет назад у какого-то человека, у девушки, в квартире были комары, а 7 лет назад у кого-то с Украины такая же ситуация тоже была. Давай вру на вопросах этих ответах. Там какие-то коллеги-маляки того, кто не умеет.
растворила, все нормальные акварели остались вот такие только. В итоге вместо зеленой я фиолетовую такой. Ой-ой. Думаю, может еще какой листик замаровать. Только надо, наверное, уже не из этого альбомчика. Вообще я с конца тут рисую.